Салям алейкум! Добрый день! Это спецпроект «Элевбе в министерстве» «Элевбе Назерликте». Сегодня эстафету принимает Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Украина, экология, ветабиат ресурслары Назерлиге. Сайгалыдостлар, уважаемые зрители, министерство занимается формированием, обеспечением и реализацией государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды – это рафтаки муитын куруф. Природа, табиат, окружающая среда – это рафтаки муит. Одной из важнейших функций министерства является охрана природных ресурсов – подземных вод ярасты сувлары, а также морских вод дены сувлары, лесов – лес – это орман, воздуха – нефес, а также животного мира – айванлар дунеса. Этрафтаки муит. Табиат. Орман. Нефес. Денис. Ярасты, сувлары. Сайгалыдостлар, Украина, экология, ве, табиат, ресурслары, назерлигенде, дерсымыз, сонуна келді. На этом я с вами прощаюсь. Эстафету принимает Министерство образования. Корошкенде!